Мероприятие патриотической направленности прошло в гимназии номер 11 города Каспийска. На площадке образовательного учреждения школьники и студенты встретились с участником специальной военной операции Гусейханом Магомедовым. Я считаю важным, чтобы вы, именно вы, ребята, росли в том, что на сегодня самое главное – быть патриотом. Быть патриотом своей страны, своей Родины, потому что вам защищать нас, нам жить при вас, и надеюсь, что вы действительно достойно войдете в свою взрослую жизнь. Поэтому я искренне вам желаю, во-первых, всегда оставаться людьми, людьми с большой буквы, всегда быть патриотами. А вот такие встречи, которые сегодня нам Облфест организовал, я думаю, что они дают еще больше поводов для того, чтобы задуматься о том, куда мы идем и что нам делать дальше. Организаторами встречи являются Совет школьников и студентов при Министерстве образования и науки Республики Дагестан совместно с Управлением образования Каспийска, а также студенческого научного общества филиала ФГБУ ВО Дагестанский государственный университет города Дербента. В рамках мероприятия участник СВО Гусейхан Магомедов поздравил всех присутствующих с предстоящим праздником Ураза-Байрам, а также рассказал о важности воспитания и патриотизма. Как говорят наши товарищи, друзья, наставники, ветераны Великой Отечественной войны, патриотом не рождаются, героем не рождаются, они становятся. Я человек, который не служил, я человек, который вообще, что такое служба, не знал. Почему? Потому что когда учился, женился, дети, мне сказали, детей воспитывай, и тогда еще молодые годы не взяли в армию. Ни в мобилизацию не попал, ни профессионал, ни военнослужащий. Получилось так, что я не смог дома сидеть, когда наши ребята там родину защищали. В ходе беседы ребята задавали интересующие вопросы Гусейхану Магомедову, а также и сами делились своим мнением.